Тема украшения гирляндами зданий администрации в последние два дня стала настолько обсуждаемой в городе, что кировчане разделились на два лагеря. Одни считают, что здание украшать не надо, другие – не против новой иллюминации. Но это спор в социальных сетях, что думают по этому поводу кировчане на улицах города, сегодня узнавал Антон Данченко. Ему слово. Хотел бы ты, чтобы оно к Новому году было украшено, это здание? Да, в принципе, оно и так красивое. Не, гирлянды, в принципе, оптимальный вариант, только нормальный. И елочку где-нибудь. И елочку маленькую. Стал бы украшать его сам? Нет, а для чего? Да и так нормально. Лучше театралку, чем это. По-любому что-то украсить. Но не точно не здание. Ну да. А чем бы стали украшать? Ну как в прошлом году, так же. А может, что-то еще бы добавили своего? Ну, написала бы с Новым годом. Во все здание? Можно и во все. Вот если бы вы выбирали, чем бы вы его украшали? Не знаю, неон, наверное, какой-то или что-то в этом роде. Чтобы светился? Ну, конечно. Никаких надписей, снеговиков там? Не, надписи, ну, зачем надписи? Как на стенах надписи могут быть? С Новым годом? Ну, с Новым годом, да, конечно, это естественно надо. Обязательно. Ну, гирляндами так же, как они, но цена может быть другая. Можно бы где-нибудь с Алиэкспресс заказать, пусть светится. Ну, сали, не сали, и российский нарейс производитель, чтобы на следующий год еще работал. Нет, других проблем хватает. На что бы вот эту сумму можно было потратить? Ну, даже как минимум на поддержку бизнеса. Все к бизнесменам, правильно? Да. А в Новый год оно вот таким грустным и будет оставаться, получается? Кто на него смотрит, а Новый год? Гирляндами. Пожелания бегущей строкой кировчанам. Пусть в онлайн там все отправляют поздравления. Как вариант. Круто было бы? Да. Да пусть украшают. Там же нужно быть какое-то ощущение праздника, в конце концов. Просто я не думаю, что эти 2 миллиона пошли бы куда-то на благое дело. Украсят, так украсят. Чем бы еще украсили? Вот если не брать иллюминацию, я бы тут парковкой украсил какой-нибудь хороший, потому что проблема с этим. 2 миллиона на парковку выделили. Вот это было бы намного лучше, конечно, да.